Вы угрожаете нам голодом? Мы ума пророка Мухаммада, который голодал и привязывал камни к животу. Мы не сойдем с пути. Мы не склонимся. Вы доверяете своему народу. Это верно. За вами. Храбрые и бесстрашные османы. Но придет время, когда не все поддержат вас, султан Абдул-Хамид. Я могу задушить тебя, но ты все расскажешь. Ты должен мне многое рассказать. Кто ты такой? Какое у тебя задание? Кто дал его тебе? Говори. Ваша судьба не изменится, даже если вы узнаете это все. Поэтому я могу спокойно все рассказать. Меня избрали те, кто строит новый мир. Время империи заканчивается. Сначала рухнет Российская империя, потом Османская. Вы в России ведете такую подлую игру? Нет. Нет. Они же христиане. Так, пока нет насилия. Мы просто дали толчок рабочим. Через 15 лет силами рабочих и крестьян будет построена новая Россия. Но в этот раз будет коммунистической. Безбожный режим. Потом рухнет Османская империя. В России с рабочими. А с кем вы разрушите Османскую империю? Здесь все очень странно. Рабочих и крестьян никто не притесняет. С ними каши не сваришь. Наша религия предписывает расплатиться с рабочим сразу после работы. Именно поэтому этот план у вас не сработает. Но не сомневайтесь, что у нас есть прекрасные планы и для Османской империи, пока есть я. Ваши планы останутся только планами, дай Аллах. Вы признаете свое поражение, когда поймете это.